Почти 300 детей и подростков из Приморья за выходные 11-12 ноября очно осмотрели и проконсультировали ведущие врачи Московской детской больницы имени Башляевой. Прием проходил на базе Краевой детской клинической больницы номер 1 и Центра оказания специализированных видов помощи. Мероприятие состоялось при поддержке правительства Приморского края. Организатором выступил Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Мы вам благодарны за то, что вы приехали к нам помочь посмотреть наших детишек, помочь нашим коллегам. И, конечно же, наша с вами встреча не могла не состояться без двустороннего соглашения правительства Приморского края, губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяка и Национального мониторингового центра помощи пострадавшим детям и замечательных специалистов Тушинской больницы имени Зои Алексеевны Башляевой. В рамках программы «Область здоровья» на базе двух медучреждений работали 9 врачей – лор, офтальмолог, гастроэнтеролог, дерматолог, эндокринолог, хирург, нефролог и кардиолог. Дети с хроническими и тяжелыми заболеваниями на консультации приехали с результатами обследований и анализов. Это позволило оперативно оценить степень заболевания ребенка и дать рекомендации по тактике лечения. Руководствуясь опытом прошлых лет, поскольку программа реализуется с 2016 года, в среднем после такого двухдневного осмотра получают направление на лечение от 80 до 120 детей. Вот, и, соответственно, в течение года они все направляются в Москву и проходят там лечение. Как отметил глава ведомства Евгений Шестопалов, у приморских докторов есть все возможности как по телемедицинскому консультированию, так и очному взаимодействию с врачами ведущих больниц и центров. В Российской Федерации 36 национальных медицинских исследовательских центров по профилям, почти по всем профилям есть НИЦ. Соответственно, визиты эти регулярные, визиты эти ежегодные. Особенно часты визиты тех МИЦ, которые курируют национальные проекты и следят за реализацией этих проектов и программ. По результатам обследования, проходивших 11-12 ноября, 49 приморских детей пригласили на высокотехнологичное лечение в больницу имени Башляевой. В ближайшее время они будут направлены в Москву за счет Национального центра. Ирина Шилина, новости на Восьмом.